Хибином и северным сиянием и снегом жителей Мурманска явно не удивить, поэтому Новый год многие, несмотря на пандемию, захотят провести за пределами региона. Например, поехав в Москву или Санкт-Петербург. К слову, поезда по этим направлениям в праздники будут ходить чаще. Компания РЖД назначит на новогодние праздники 191 дополнительный поезд на самых популярных маршрутах, в том числе из Мурманска в Москву и Санкт-Петербург. Также предусмотрены дополнительные поезда из Ярославля в Мурманск. Наиболее пиковыми датами, скорее всего, станут 29-30 декабря и 8-9 января. В это время планируется самый высокий пассажиропоток из Мурманской области и обратно. В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств.